Итак, народ, на лоса и зверь бежит. Блин, не поймал я еще того ютубера, но зато я поймал очередного карася, пескаря, называйте как хотите. Тут, ну, блин, стандартная переписка, продажа через дотамарки, тыры-пыры, семи-дыры. Вот, короче, ну, нихера тут интересного. Сейчас мы с ним побеседуем быстренько в скайпе, я вам еще раз объясню, как проходит весь обмен и трейд в Dota Market, что он пиздобол. Быстренько сейчас это сделаем, потому что не вижу смысла тянуть, уже все было рассказано в предыдущем ролике. Ну и че, где ты? Ай, какой же тормозну ты разводил, а? Я просто тороплюсь, у меня еще есть дела. Ну и че? Ты будешь звонить, нет, придурок? Очередной разводил, блять, сука, питеры, блять. Когда же вы все поддохнете от спида или от гепатита, а? Ну, позвони мне. Чувак, позвони мне. Пожалуйста. Не тупи. Это у нас тут другой разводил, еще пытается. Я даже не буду ничего менять, я не вижу смысла. Ну и господи, боже мой. А вот он. Все, гудим ему. Алло. 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 Извиняюсь. Да, да. Алло. Да, здорово. Привет. Ну слушай, я уже, в принципе, как бы разобрался, я выставил на продажу. Можешь кинуть тогда ссылку на профиль на сайте? Да, вот тут нашел кнопочку на профиль. Тебе ВК, да, скинуть? Ну да, желательно ВК. Я кинул тебе ВК, братан. Секунду, секунду. Можно вопрос? Да. А почему ты решил попродавать все эти вещи? Да, просто деньги нужны. Все банально просто. Понятно. Секунду. Угу. Извиняюсь за задний шум. Нет. Я просто говорю, занят был. Но решил быстренько сейчас продать шмотки, чтобы потом спокойно совести уже ложиться спать. Да, ну ладно, я понимаю. Секунду. Угу. Тут-ту. Как вообще дела? Сейчас, секунду, просто да, конечно. Долго грузит. Да, да, конечно. Я тебе даже скидку в 5 рублей сделал. Так сказать, за самого быстрого. Лол, я не могу принять от этого обмен. От бота. Ты о чем? Написано, что у человека бантрейд. Ну, у этого пользователя бантрейда, и он не может принимать или отправлять обмены. Что-то не вижу.
Ну, я тоже не уезжаю. Кинь мне скрин, пожалуйста. Да, конечно, сейчас, секундочку. А это, слушай, чел. А знаешь, у меня такой вопрос? Да. А много людей ты уже наебал, уебище? Просто понимаешь, ты попал на ютубера, и только что, буквально 20 минут назад, я поймал такого же мамкиного трейдера, который разводит людей. Хочешь, я тебе расскажу, как действует принцип дота-маркета для... Ну, вот я уже подписчикам рассказал, но тебе расскажу, чтобы ты тупое животное знала. А, ну сразу человек слился, ну, народ. Очередной разводило, очередной петух, блядь. Я надеюсь, что он умрет от гепатита, от спида, от чего угодно, сделать себе химическую кастрацию. Такие пидорасы не должны размножаться. На этом все, народ, быстро он слился. Ну, блин, народ, ну что поделать, эти разводила, они не хотят говорить. Они просто умеют максимум, что делать, это разводить и все. И хуи сосать. На больше они не способны. На этом у меня все, народ. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Нажимайте колокольчик, не пропустить новое видео или стримы. С вами был, как всегда, Конька. Желаю всем пошлых подружек, духовных тиммейтов и дорогого шмота. Народ, поймали очередного разводила. Ссылочка на его профиль будет в описании. Пожалуйста, засрите ему ЛС как следует. Я вас верю и обязательно кинуть ему ссылочку на это видео. Всем удачи.